Всем привет! Надеюсь, вы еще не устали от наших как бы новостей. Вот мы ничуть не устали искать для вас самые странные и курьезные события последних дней. И сегодня вы узнаете, как надо себя вести в стрессовых ситуациях и стоит ли верить печенькам, чем грозит измена супруги, как отличить черепаху от капусты и зачем Аким столицы встретился с правителем Железных островов. Никогда не предаваться панике и во всем находить позитив. Отличный жизненный принцип. Именно его продемонстрировали музыканты мексиканского ансамбля, выступившего в торговом центре. Неожиданно с потолка полились потоки воды, и магазин начало затапливать. Вместо того, чтобы кричать и пытаться спастись, музыканты продолжили выполнять свою работу. Правда, видимо, осознав свое положение, начали играть за главную тему из фильма «Титаник». Сотрудникам торгового центра так и не удалось справиться с причиной затопления, а вот оркестр свою «My Heart Will Go On» доиграл до конца. Так что если в Рахмете или в Сити Моле к вам начнет подступать вода, просто ложитесь на дверь и держите за руку любимых. Спасибо, я постою. Кто-то верит газетам, кто-то телевидению. А вот житель США, 66-летний Чарльз Джексон, решил поверить печеньке с предсказанием. Там неожиданно оказалось 6 цифр, а Чарльз решил, что это знак. Следующие 2 года он еженедельно ставил на эти числа лотереи. «Да ты умом не блещешь, если поверил выпечке», скажет кто-то. Идиот! Но совсем недавно все 6 цифр наконец-то совпали, и мужчина выиграл. Более 300 миллионов долларов. Шах и мат, скептики. А что принесла еда вам, кроме лишних килограммов? И пока потенциальные участники битвы экстрасенсов несутся в булочную в поисках истины, порадуемся за американца. Правда, победа победой, а вот зачем ему нужны такие деньги, дедушка так и не подумал. По словам Чарльза, ему даже новые джинсы не нужны, а уж тем более несколько миллионов джинс. Возможно, следующая печенька подскажет ему, что делать с выигрышем. Изменять жене нехорошо в любой стране мира, но в некоторых это особенно опасно. Например, в Колумбии нет. Никакого членовредительства и мафиозных штук. Но вот одна колумбийка, застукав мужа с любовницей в мотеле, вместо скандала с разводом придумала ему действительно унизительное наказание. Ничего, ты у меня попляшешь, я тебя поручу. Ух, ты у меня наплачешься. Путь до дома он проделал голышом, лежа на крыше машины. Женщина специально ехала медленно и охотно делилась с прохожими своим мнением о супруге. К концу поездки весь город осыпал неверного мужа оскорблениями, а полицейские даже выписали ему штраф за неподобающее поведение. Формальной причиной стало нахождение в голом виде, но все же понимают, за что мужчина был наказан на самом деле. Однако надо отдать должное Лавеласу. Свой брак он все-таки сохранил. И в следующий раз будет знать, чем рискует. Лишь бы не почувствовал в себе тяги к нудизму. Как вы думаете, на что похожа черепаха? На камень? На чашку? Или на другую черепаху? А вот и нет. По мнению наших контрабандистов, черепаха похожа на капусту. Это какой-то бред. Свыше 4000 присмыкающихся пытались вывести в Оренбургскую область браконьеры из Южного Казахстана. Причем по документам они значились как капуста. Открыв фуру, таможенники проявили фантастическую смекалку и определили, что это вовсе не капуста. Ну черт возьми. Как? Общая стоимость животных составила более 30 миллионов тенге. Зачем преступникам понадобилось столько черепах, остается загадкой. Возможно, они хотели использовать мутаген и получить армию ниндзя. А может, просто во французских ресторанах кончились ингредиенты для супа. Как бы то ни было, черепахи спасены, а мы движемся дальше. Среди масс встреч политиков нашей страны со своими коллегами из других стран мы выделили одну. В столице нашей страны прошел первый фестиваль Комик-кон, на который съехалось множество интересных лиц. В ходе фестиваля Аким столицы Бахыт Султанов совершил важную встречу с правителем Железных островов Эуроном Грейджоем. А это почти как Аким. Нет, я король.
Неизвестно, чем закончились переговоры, но надеемся, что Акиму сообщили. Эруана убили в последнем сезоне «Игры престолов», и лучше с ним никаких договоров не заключать. Ждем, когда чиновники нашей области начнут проводить такие важные встречи. Но вот с Грейджоями опять связываться не стоит. Все-таки мы регион аграрный, а их девиз «Мы не сеем». Рубите все деревья, что найдете. Готовьте древесину для кораблей. Пусть все мужчины пилят доски. Это были те 5 как бы новостей, что нас удивили. Не теряйте присутствие духа в сложных ситуациях. Будьте уверены в своих поступках, особенно если вами управляет еда. Не изменяйте женам, отличайте капусту от черепах и проводите важные встречи. А следующая важная встреча с нашими зрителями состоится через неделю. Подписывайтесь на наш Instagram, ставьте лайки, заходите на наш YouTube канал, тоже ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Заходите на наш сайт QZ-Media, чтобы не пропустить все самые интересные новости. Это были «Как бы новости», с вами был Шамиль Амиров. Пока!